Поэтому не удивляйтесь, что заставка будет на второй части такая же. Основное внимание, значит, пустынным таким областям, ну, то есть областям, территориям в Северной Евразии, к сожалению, до Южного полушария мы не доберемся в этот раз. Вот. Пустыни, полупустыни, степи и так далее. Ну, вот если мы посмотрим на любую современную карту, мы увидим вот то, ну, это формализация, но все-таки общепринятое членение, которое и в школе нам рассказывают, и потом очень долго, и так далее. Оно сейчас реальное, да, но такое и есть. Другое дело, что когда мы пытаемся выяснить, почему, когда и как это получилось, значит, мы обращаемся обязательно к палеоистории и к исторической экологии, потому что палеоистория – это очень большие времена, а палеоэкология, извините, а палеоистория – это, в общем-то, иногда 1, 2, 3, 5 тысяч лет, то есть это совсем недавние времена. Значит, когда мы смотрим на эту карту, мы видим более-менее четко организованные образование так называемых природных зон. Ну, я согласна с авторами вот этого сайта Горшкова и Макарева и многими другими людьми, которые сформулировали такой тезис. Вот эти все лишенные лесной растительности территории, начиная от леса степей, кончая пустынями, сформировались из-за изменений климата, обусловленных уничтожением лесов человека. Но тут надо понимать, что есть очень такой сложный и тонкий переход, который детально, конечно, не исследован, еще у нас не так много знаний. Конец плеоцена, как я пыталась объяснить, это лесолугово-опушечные, лесолугово-степные пространства с огромным количеством фитофагов и очень сложным узором. Мелким и более-менее крупным, но во всяком случае ни один из элементов этого узора не мог занимать такие огромные площади. То есть это было такое очень сложное и очень многогранное членение территории. Теперь, перепрыгнув через не такое большое количество времени, меньше, чем миллион лет, ну, может быть, 1-2 миллиона лет, это на разных территориях по-разному. И попав сейчас в современность, мы должны принять как аксиому, да, вот это вот сейчас есть. Но когда, куда оно идет, как меняется и как возникло. Ну, в прошлые разы я пыталась объяснить, как лесной покров менялся в течение Голоцена, от позднего голоцена, от раннего голоцена до позднего. А сейчас мы попробуем немножко посмотреть на пустыню. Чтобы понять, что было доминантой, приходится обратиться не только к палеоэкологии, исторической экологии, но и к климатологии. Надо сказать, что климатология, в общем-то, так же, как и учение о ледниковом периоде, очень сложная область с массой противоречивых взглядов и доминантой до недавнего времени. Если вы возьмете любую, ну, самое знаменитое из климатологии, это климатология Синицына, по которой все почти учились 10, 20 и 50 лет назад, но сейчас просто такое... Аналогичного учебника нет, но взгляды слабо изменились. Все зависит от положения полюсов, от, так сказать, континентов. И климат – это, так сказать, такой абиотический компонент, который не зависит от биоты или очень слабо зависит от биоты. И вот появились у нас такие необыкновенные люди, физики, Горшков и Макарио, у них прекрасный сайт, и они, многократно исследуя физические процессы, связанные с испарением,
с транспирацией лесов и транспирацией на открытых пространствах. Только надо учесть, вот тут есть очень сложная вещь, что те открытые пространства, которые мы сейчас видим, поля в первую очередь, ну в какой-то степени луга, как сельхозпользование, очень мало природных таких лесолугово-опушечных территорий, их почти нет, они почти все в какой-то степени используются в сельском хозяйстве. И, конечно, у них физиологические процессы, в первую очередь процесс транспирации, значит, испарение влаги и поступление влаги через корневые системы, изучен в современном виде. Вот мы с вами, например, не мы с вами, какие-нибудь еще люди-то, недостаточно здоровые. Плохо питаются, ну, предположим, в Южном полушарии, ну, где-то еще, неважно. И все пришли к врачу. И вот он начинает из них делать, ну, так сказать, среднестатистического человека. У него получается, что и хилые, и больные, и слабые, и так далее. А потом выясняется, что, в принципе, при рождении они были ничего. Ну, не доели, болели, нету медицины, нету там воды, не хватает там еще чего-то. И то же самое происходит с нашими так называемыми природными сообществами. Они почти все лишены того или иного, или почти всех природных компонентов. Потому что сеянные луга и луга, которые были когда-то в конце плиоцена, это две большие разницы, принципиально разные вещи. Но еще раз хочу сказать, я, может быть, уже 100 раз это повторяла, то, что реально можно сейчас померить, интенсивность испарения, площадь листовой поверхности, температура, при которых мы не можем то же самое с теми же приборами переместиться на несколько тысяч лет назад. Просто не можем. Нам приходится по аналогии это делать. И вот у Горшкова и Макарева очень удачная физическая модель, которая объясняет, что общая регуляция климата, испарение, потоки влаги от океана к континентам и от континентов к океанам зависит в очень большой степени от испаряющей деятельности лесов именно, которые еще сохранились в некоторых местах на нашей планете. У них есть несколько интересных книг, где с помощью физических там расчетов, формул, все это детально доказано. Кроме того, эти люди активно пытаются на международном уровне, они очень много пишут с американцами и так далее, статей, показать, что с нами случится, когда вот у нас сейчас леса почти на планете, я имею в виду, почти полностью на исходе. И если они так или иначе будут еще дальше деградировать, то вполне возможно, что климат изменится необратимо. Какая будет катастрофа, никто из нас не может сказать, потому что мы этого не видим, поэтому мы можем только моделировать, реконструировать, так сказать, мысленно или с помощью каких-то математических там формул, вычислений и так далее. Ну вот, из их работы я взяла несколько слайдов. Значит, особенности циркуляции атмосферы. Пустыни испарение суши сильнее, чем с океана, поэтому этот воздух, еще влажный, он постоянно уходит из пустыни, даже когда там небольшие осадки, все это все испаряется и уходит в океан. Когда мы попадаем в область муссонов, то там очень интересный такой, это известно, да, двойной способ обмена влагой и суши попадает влага зимой в океан, а летний муссон из океана влага попадает на сушу. Когда мы с вами путешествуем на экватор и видим
территорию экватора и тропиков, то там постоянно влага из тропических территорий попадает на экватор в силу разного солнечного нагрева этих территорий и других физических законов. И только вот именно природный лес, по их представлениям, способен в результате мощного транспирационного насоса работать таким образом, что влага поступает из океана на сушу и тем самым обеспечивает реки, потому что реки не будут существовать, если эти потоки воздуха не будут поступать из океана на сушу. И эти реки так или иначе поддерживают. Но это вот почти то же самое, что я вам показывала на картинках, ну так некоторые словесные пояснения. Значит, в пустынях испарение на суше близко к нулю, и воздух в приземном слое круглогодично поступает с суши на океан. В областях муссонного климата, зимние муссоны, приземный воздух поступает с суши океан. Летние муссоны, влажный воздух поступает с океана на сушу. Поэтому эти территории оказываются в относительно благоприятном, но сезонном климате. И, ну, пассаты это, так сказать, понятно более-менее. И вот эта биотически обусловленная циркуляция, она определяет возможность существовать современного гидрологического режима всей суши. Я хочу сказать, что я не физик. Я просто, ну, так сказать, как такой простой в этой области, совсем, можно сказать, не изощренный человек, прочла их несколько книжек. И прочла, посмотрела тщательно все эти их сайты, все отклики и так далее. Мне кажется, что это очень разумно. Тем более, что вся деятельность моя личная, и все чтение литературы всякой, и палео, и исторической и так далее, убедило меня в том, что да, действительно, биота, именно биота, это то образование, которое регулирует и биотическое разнообразие, продуктивность, ну и гидрологический режим, и оледенение, и неоледенение, и так далее. Просто, понимаете, вся наша, в большинстве случаев, вся та биология, которая изложена в разных справочниках, учебниках, она основана на том, в принципе, что вижу, то пою. Вот я вижу, что сейчас в тайге леса, и все. Ну, нету там степей, да, и чего-то еще. И это импритинг, это принцип, широко известный в зоологии позвоночных, да, когда широко описанный самыми известными экологами, когда, например, сдохла собака, извините, да, и щенка выкармливает коза или кто-нибудь, он уверен, что это его мама. Это импритинг. Это, он распространен вообще во всем живом мире и так далее. И вот мы когда видим, что вот это бедное, это ущербное, это сухое, это какое-то дохлое, то оно так и должно быть. И только вот эти невероятные, во-первых, историческая экология чуть-чуть нас отодвигает. И можно, исторический эколог так набивает глаз, что он идет, говорит, так, эта пашня была, наверное, 16-17 век, тут, видимо, был солевой сплав в такие-то времена, он, Леша, у нас специалист по этому поводу, и так далее, по исторической экологии. Палеозоолог или палеобиолог говорит, давайте покопаемся, посмотрим и реконструируем, что было. Конечно, используя современные данные. Но все-таки мы еще очень неглубоко проникли, поэтому нам надо, конечно, критически, но очень тщательно изучать все новое, что так или иначе появляется. Вот появился биотический насос, кто-то его категорически отрицает. Давайте подумаем. Действительно, одно дело асфальтированная земля, другое дело земля, покрытая вот этим теплым влажным полом.
Другое дело, в Вюрме он был совершенно иной. Сейчас он лесной. Тогда он был лесо, лугово, степной и в очень большой степени связанный с зоокомпонентами. Ну, я... Я много раз пыталась, ну не пыталась, а просто повторяла, может быть, это вам кажется монотонным, но мне кажется, это обязательно, что вот то, что есть, это вероятное. Вот мы построили с вами какой-то или кто-то другой вероятную картину мира, да? Дальше мы стали усиленно работать, ну, желательно ее не уничтожить полностью, а начать реконструировать. А чтобы ее начать реконструировать, надо... И заповедники заводить, и экспериментальные посадки делать, и реинтродуцировать каких-то существ. А главное – пытаться мыслить таким образом, чтобы не чувствовать себя узким специалистом. Я вот специалист, там, ну, например, по барсукам. А что касается ежей, то нет, это уже не мое, и вообще отстаньте от меня, и ничего про ежей не знаю. А пока мы не нарисуем всю картину мира, пусть даже самыми крупными, грубыми штрихами, мы будем в конкретных частных работах своих очень сильно ошибаться. Ну вот, Горшков и Макарио вычислили с помощью своих расчетов, что критическая ширина лесной полосы, которая должна быть не меньше 600 километров, вот если... Лес отсутствует, вот мы сбриваем лес от океана на глубину континента, на глубину 600 километров, этот биотический насос перестает работать, и тот лес, который остался, он обречен на засыхание. Одновременно, когда узкая полоса лесная осталась, вот в этом отношении не приводят истории Австралии. Австралию, когда освоили поселенцы европейские, они очень быстро леса ликвидировали. И хотя там остались узкие полосы, но они ликвидировали леса в центре континента. Как? Подсечно-огневое земледелие – это самое главное, что ликвидирует леса. Ну и, конечно, расчистка для выпаса овец и так далее. Там я вам уже рассказывала, какая была катастрофа, когда навезли массу овец, а жуков-навозников не было. Значит, есть критическая, по расчетам физиков, ширина лесной полосы, которая дает возможность подкачивать воздух на континент с океаном. И вот эта закачка воздуха, она в северных широтах представляет более простой способ, так сказать, легче происходит закачка холодного воздуха с океаном, в котором испарение меньше, да, и теплого океана сложнее, и недаром на юге или в центре, у экватора, у нас очень много пустынных территорий. Это тоже связано, вот такое вот неблагоприятное сочетание более теплого океана и очень сильно развитого подсечно-огневого земледелия. Я и в прошлый раз вам картинки показывала, но оно началось с этого, привело к тому, что та часть земли значительно более голенькая. Ну вот это из их книжки, очень симпатичные кривые. Вот смотрите, расстояние до океана, да? Леса все дальше, дальше, дальше от океана, да? И все убывает число осадков. И это Северная Австралия, Северо-Восточный Китай, Западная Африка. Становится расстояние от океана все больше, осадков все меньше. А вот бассейн Амазонки, бассейн Конго и бассейн Енисей. Они очень долго пишут про Енисей и говорят, что сибирские реки вот в этом отношении очень хороши, потому что довольно холодный климат и так далее. Нету вот этого резкого падения, которое мы наблюдаем в южном полушарии.
Так что пока мы можем быть спокойны, Енисей нам пока более-менее поддерживает климат. Но так как в нашей стране тоже рубки совершенно безоглядные, то это может быть кончится довольно печально. Печально, и вот они пишут, что жизнь лесов зависит от влажности почвы, она должна поддерживаться на высоком очень уровне, она поддерживается исключительно за счет этих засасывающих осадков, биотического насоса. И если этого нет, если леса уничтожают и испаряющая часть перестает так сильно функционировать, то, в общем, мы теряем очень сильно климатическую, биотическую климатическую регуляцию. Ну, могут есть климатологи, которые скажут, хоть и мы всю землю обреем, и все равно климат будет такой же, но я думаю, что они просто очень сильно ошибаются. Может быть, они не совсем виноваты, именно потому, что мы начали изучать, когда уже все было невероятно преобразовано. И пока еще мы только нащупываем эти пути, поэтому говорить потом, а он ничего не понимал, он не так свой биотический насос построил, там он, они или там кто-то еще. Это люди прокладывают нам путь к познанию. И, конечно, это совершенно замечательно. И надо пытаться это использовать теми или любыми способами. Ну, хотя бы биотический насос биотическим насосом, лес лесами. А когда уничтожили всех бобров, у нас невероятно изменился климат центральной полосы европейской части СССР, так сказать. Невероятно, очень сильно. И пожары, недаром бобров называют этими пожарниками, то есть тушителями пожаров, да? Ну, теперь вот опять к нам. Я просто вам показываю ущелье, где были археологами найдены остатки. Наверное, об этом вы очень много читали. Это ранние гоминиды, которые по современным представлениям возникли в Алдува или где-то поблизости всего-навсего 4 миллиона лет назад. То есть был ледниковый период, но там было не так холодно, вообще южное полушарие своеобразно. Я думаю, что у нас тоже было не так холодно, если такие огромные стада животных передвигались. Ну, даже они могут по снегу, это мы видим по плейстоценному парку Зимина, как они прекрасно по снегу ползают. Но кушать-то надо. Значит, нужно, чтобы что-то росло, цвело и процветало. Вот это урочище знаменитое, где археологами, тремя из одной семьи, вели масштабные раскопки и нашли австралопитеков или обезьян, перешагнувших от, так сказать, человека к, от животного, скажем так, к человеку. И нашли уже расколотые кости убитых животных на охоте, и каменные орудия. И вот дальше уже около 1 миллиона остатки существ более-менее похожих на человека. Я вам это показывала, ну, просто, так сказать, еще раз, чтобы в ту территорию попасть. Это как бы предыстория той территории, о которой я хочу более детально рассказать. Гипотез о временах происхождения и миграциях безумно много, а сейчас в связи с таким пышнейшим рассветом генетики их просто пропасть невероятная. Ну, со временем они как-то немножко утрамбуются, и будет несколько, может быть, противоречивых, но не 15 или 20 гипотез, а 2-3, так как это более-менее во всех остальных местах и бывает. Ну, вот эти популяции анатомически современных людей, как пишут, форсировали этот знаменитый Бабальмандебский пролив, про него песни хорошие, и оказались в Азии и стали предками для всех неафриканских народов. Вроде мы с вами не африканские народы.
На самом деле это не принципиально. Но теперь поближе к вот непосредственному объекту. Значит, те события, которые произошли с конца плейстоцена до среднего голоцена, ну и в некоторых случаях до позднего голоцена, то есть до современности, привели вот к такому облику на поверхности суши, где видно аридные, семиаридные области, аридные желтые, семиаридные оранжевые. Значит, полупустыни и пустыни занимают от 17 до 20%, а в Африке и Австралии 40% площади. Самые большие пустыни, вот тут они написаны, Сахара, да, Калахари, Гоби, ну и все остальные. В Южной Америке, Патагонская, да, в Южной Америке, вот она. Конечно, 150 лет назад это очень недавние вещи, но любые сведения о том, что происходило, вот даже в такие совсем недавние времена, дают нам возможность немножко отступить подальше и посмотреть, что же было. Но, конечно, больше всего нам дают палеоданные на данный момент, причем они безмерно очаровательны, прекрасны, я бы сказала. Но пока до них еще не дошли мы с вами. Значит, вот Стеббинса работа есть интересная, пустыня, созданная человеком. Вот он рассказывает, что археологические раскопки и палеонтологические исследования показывают, что вот на этой всей территории далеко не всегда была пустыня. И еще в XI веке сельским хозяйством можно было заниматься до 21-й широты. Вот видите, вот до сих пор можно было заниматься сельским хозяйством. Это была вся область сельского хозяйства. На протяжении 7 веков северные границы передвинулись на юг, и к 21 веку вот мы получили современную эту. Он объясняет продвижение Сахары на юг неправильным ведением сельского хозяйства, ну, в частности, перевыпасом, ну, это практически любой исследователь, который занимается этим, ну, просто Стеббинс давно очень писал, значит, вот, таптыванием злаков и преобладанием среди животных сельскохозяйственных овец. И потому что именно они полностью съедают всю фитомассу и даже почки. Овечьи пастбища – это что-то самое страшное, потому что там практически возобновление невозможно. И нерациональными системами земледелия. Ну, деталей я не знаю, но прежде всего это, как он тоже пишет, подсечно-огневое земледелие. Ну и вот, вот это совершенно замечательная вещь, которую очень хочется показать, и очень хочется, чтобы вы почитали. Масса изданий этой книжки. Самая старая, по-моему, 1973 года, а может, еще более ранние, есть современные исследования. Называется «В поисках фресок Тасили». Тасили – это вот такое образование горное с множеством пещер и осыпи полускальные, где сохранились совершенно прекрасные наскальная живопись, абсолютно прекрасная. Вот этот самый Анри Лот, он 3 раза ездил туда перед Первой мировой войной. По-моему, кто-то другой открыл. Потом он ездил несколько раз, и сначала у них даже не было возможности цветными сделать эти иллюстрации. Не было и фотоаппаратов соответствующих, и все. Но под конец все-таки после Второй мировой войны они очень с хорошими оснащениями приехали. Они провели там невероятное количество времени, сейчас там где-то будет написано. И принципиально изменили взгляд на Сахару.
Вот он, видите, что пишет. Территории, которые на современных географических картах обозначены как безлесные или как почти лишенные растительности пустыни, в доисторические времена играли важную роль в истории человечества. Ну, просто я привожу его слова, потому что они лучше, чем я буду их пересказывать. Материалы исследования четвертичного периода и многочисленные находки свидетельствуют о том, что в современных степях, полупустынях и пустынях стоянки людей появились намного раньше, чем в современных лесах. И значительно раньше и более сильно изменили живой покров этих территорий. Один из наиболее интересных объектов в этом отношении – пустыня Сахара. И вот тут я из его книжек выписала, благодаря исследованиям этой экспедиции в труднодоступном районе Центральной Сахары, Тасили-Аджер, сделаны копии с уникальных фресок, он возил художников с изображением животных, людей и особенностями быта, там и танцы, и одежды, и все что угодно. И эти данные дали возможность реконструкции составить. Причем ездил он 3 или 4 раза, я уже не помню. И, конечно, это все вылилось в такие совершенно вот бесподобные по сочетанию и по смыслу. Это вот где он проводил раскопки. Вот тут и тут, в этих местах. Ну, к сожалению, плохо. Видите, Мали, Алжир, и тут что-то еще. Ну, в общем, Центральной Африки. И что мы с вами видим? Да, совершенно невероятную картину. Значит, мы видим и шерстистых, то есть этих, ну, в общем, практически мамонтов. Или мастодонтов. Самых разнообразных животных, и лошадей, и крупные, ну, как это, торы, может быть, какие-то, да, и олени, типа, и носороги. И, видите, и охотники, и все. Когда мы с вами, когда я вам говорила о Сунгире, я говорила, что вот действительно жизнь была, видимо, достаточно, вот этот первый этап жизни, первый, достаточно, когда было очень много пищи, и благоприятный климат, ни холодно, ни жарко в Сахаре. Рассвет искусства просто невероятный. Можно сказать, что все эти картины сравнивают с нашими самыми лучшими импрессионистами и так далее. Если смотреть на это, ну, очень много же книг посвящено этому всему. Вот что он пишет, тоже очень интересно. «Я обнаружил следы стоянок древних рыбаков, большие груды костей, скелеты гиппопотамов и слонов, каменные орудия. 500 километров к югу на границе Сахары и Судана я нашел черепашьи панцири, раковины моллюсков, кости гиппопотамов, жирафов и антилоп, человеческие леты». Мы сразу рисуем с вами какую-то конструкцию, да? На месте этой доисторической бойни было множество великолепных орудий, прекрасные костяные остроги, тонкие кремниевые оконечники. Значит, какой должен был пройти уже период смены мастеров, чтобы достичь такого вот искусства, да? Ну и при этом, повторяя одно и то же все время, как хорошо они кушали, они не голодали, не умирали, не думали, что надо куда-то бежать, чтобы кого-то подстрелить. Все это было к их непосредственно к их жилищам предоставлено, пожалуйста, употребляйте. А 1000 осколков глиняной посуды, значит, уже была посуда, да? Из этого можно заключить, что когда-то Сахара была густо населена, и ее фауна была аналогична фауне современной саванны. Может быть, даже не аналогична, а значительно лучше фауны современной саванны, потому что местами современные саванны очень сильно перевыпас в них и так далее. Ну и очень много было рыбачек стоянок, которым совсем несколько сот тысяч лет, да, а есть такие, которым не более 5000 лет.
Значит, мы представляем, что всего 5000 лет назад в саванне было рыболовство прекрасное, да? Значит, там были полноводные реки, там были и пальмы, и все что угодно, и вот эти крупные бесконечные животные. Явно господствующий водный характер фауны свидетельствует о большой влажности этих мест в прошлом и о наличии полноводных рек. Ну вот, если бы, когда там, в каком пятом классе читают какую-нибудь биологию, да, вот такое рассказали про Сахару, это же безумно интересно, сразу начинает формироваться внутри человека историческое мышление. Не просто что вижу, то пою, а значит, понимаю вот этот поток времени. Мне кажется, это безумно интересно и очень такая справедливая вещь. Ну вот, и тут много чего сохранилось. И сейчас очень, даже по космоснимкам, четко видны эти русла исчезнувших рек. И вот я такую вам картиночку привожу. Ну тут вот существующий Нил, существующий Конго, Нигер, Сенегал, а вот эта вот река уже исчезла, причем она засыпана песками. Стекала она не откуда-нибудь, а с гор Атласа. А Атласские горы еще в римские времена известны тем были, что там потрясающие по красоте ливанские кедры. Совершенно бесподобная растительность была, и в ней доминировали вот такие чудесные растения. Конечно, не только кедры, очень много было разных лесных, но вот ливанские кедры, они очень ценились для всяких там поделок необыкновенных, ценнейшей мебели и так далее. Их там быстренько все вырубили в римские времена. Это была река, вот он ее называет Таман-Рассет, длиной более 500 километров впадала в Атлантический океан. И в древности по берегам этой реки, в соседних местах отложены разные кости и остатки растений, которые позволяют судить о том, как, что когда-то это было совершенно невероятное, полное богатство леса, луговое такое сообщество. И всего полное осушение произошло всего за 2000 лет. Вот два периода жутких бедствий. Сначала все съели, всех крупных очень съели, да, и резко изменился климат, потому что все эти мамонты, шерстистые носороги и так далее, они регулировали тоже потоки влаги, испарений и так далее, но другим образом, да, чем сейчас происходит. И это, к сожалению, пока не состыковано. Мне кажется, этим пока никто не занимался, может, просто я не знаю этого. Но это невероятно интересно. И дальше вот это вот невероятное опустынивание. Причем преимущественно, конечно, ну, на юге Северного полушария и на севере Южного полушария. Потому что наши знаменитые пустыни Каракумы тоже недавно произошла. Кстати, вот в журнале, который мы организовали, Russian Journal of Ecological Ecosystem, там есть статья одной дамы из южных территорий, которая пишет, что вот там Ударья, Сырдарья были когда-то полноводными, много чего там было, и всю Амударью разобрали на каналы для хлопка, и практически она прекратила свое существование, Арал высох полностью. Это произошло совсем недавно. Это произошло, в общем-то, во время советской власти реально. Но это-то произошло, ну, тоже недавно. Что такое 2000 лет даже для биоты, даже для восстановления лесов? Если вы вот сейчас все леса сведете в нашей стране, то 2000 лет не хватит, чтобы их восстановить, если вообще это будет возможно. Так, я просто вам напоминаю периодизацию голоцена не для того, чтобы вы ее выучили наизусть, а для того, чтобы вот ученые пишут, в том числе и этот Стеббинс, о том, что изучение озерных отложений Африки выявило две ранние влажные фазы. Смотрите.
11 и 9500. Вот это время. Это древний. Переход от древнего. Я просто не смогла тут поставить какую-то кляксу к раннему глацину. И большинство считают сейчас, что в интересующий вот наш период влажная фаза в конце плейстоцена была, да, и две влажных фазы в среднем голоцене и в раннем голоцене. Значит, в древнем голоцене, в раннем голоцене и в среднем голоцене. А поздний голоцен уже все. И наличие вот именно вот в эти времена, вот древний, ранний и чуть-чуть средний, вот в эти времена 12 тысяч лет, ну там 2500 лет происходили и очень мощные сельхоз, всякие развитие сельхозпользу не с одной стороны, и с другой стороны культурные обмены, взаимодействие между разными расами, племенами, формирование новых человеческих, ну, наверное, рас или подрас каких-то более мелких подразделений. Теперь вот этот Анри Лот знаменитый разделил на основании археологических изысканий развитие Сахары на периоды. Значит, периодизации этапов развития цивилизации. Как-то мне очень больно слово использовать цивилизация. То, чем эта цивилизация кончилась, мы с вами увидим. Ну, развитие так или иначе. Периодизация этапов развития Сахары в связи с обитанием там человека. Так вот надо сказать. Первый период охотников. 5-2000 лет до нашей эры. Вот он представлен этими древними рисунками, где гиппопотамы, носороги, слоны, жирафы, буйволы, страусы. И то, что близко мне, как ботанику, дуб, олеандр, мирт, цитрусовые, оливковые. Ну, в общем, очень все вкусное, хорошее, крепкое. И очень много рыбы, и очень много бегемотов, крокодилов и так далее. И все это встречается в костях древних поселений. Есть древние поселения, там, если есть вот эти возможности нарисовать. Вот очень интересно, как рано проявилось стремление изобразить объект, да? Именно нарисовать. Ну и лепка, конечно, тоже. Это глиняная посуда очень рано появилась. Но вот это вот рисование, оно возникло невероятно просто. Как только человек, может быть, и обезьяны тоже рисовали. И это бесподобно. Это, в общем, ничем не отличается от лучших вариантов импрессионизма. Каждый по-своему. Значит, это второй период. Первый период у нас был период охотников. Это называется присваивающее хозяйство, да? Второй период – это хозяйство производящее. То есть мы уже что-то прикладываем усилия, не просто стреляем и кушаем, а мы пасем, направляем на какие-то более плодородные места, может быть, там спасаем детенышей, выращиваем и так далее. И опять пока еще безумное разнообразие животного мира. И слоны, и носороги, и жирафы, и гиппопотамы, и газели. Значит, и лес, те, которые в лесах, те, которые лесолугово-степные, и те, которые на суше, и те, которые в воде, да, бегемоты, крокодилы, всякие разные рыбы. То есть полный расцвет. Вы посмотрите, даже совсем недавно, 3500 лет назад, или 1000 лет назад, даже можно просто съездить на машине времени. Огромное разнообразие растений. Пыльца, трав, практически весь средиземноморский набор видов, которые сейчас там из Италии, например, на побережье Средиземного моря. Вот этот весь набор полностью существует. Да? И вот интересно очень, сначала по всем пока палеоданным человек освоил еду животных и только потом начал старательно пытаться как-то обрабатывать злаки.
Ну, то есть, конечно, он ел какие-нибудь там цветы, плоды и так далее, но вот переход к сначала сбор диких семян и появление, почему они судят, что это началось, обилие жерновов и зернотерок. Но сейчас генетики дали возможность разделить на этих зернотерках следы диких раз, ячменя, пшеницы и так далее, или уже культурные. Вот пока это культурные. Значит, в это время, период пастухов, полинологи доказали, ну, это их доказали или предположили, что отсутствуют семена пока культурных злаков. Пока можно только собирать в этих зернотерках только остатки семян диких злаков. То есть они еще не научились приготовлять поле, там подсека была слабая и так далее. Собирательство только. Ну вот, когда начались такие сильные изменения, разные ученые разные предположения высказывают. Ну вот, группа геохимиков современных изучили море и пришли к выводу, что основную роль в исчезновении тропических лесов и саванн сыграли люди. Значит, они исследовали анализ осадочных пород устья реки Конго. И это позволило им установить, что сначала все шло в зависимости от процесса выветривания, были полностью согласовывались с процессами выпадения осадков. А вот около 3000 лет назад эти показатели перестали коррелировать. И по мнению Байона, его коллег, значит, начал действовать какой-то более мощный фактор, чем вот чисто климатический. И они полагают, что это, ну, они предположили, что это антропогенная деятельность, а историки установили, что это в это время народности банту переселились из современной Нигерии и Камеруна в Центральную Африку. А они уже освоили подсечно-огневое земледелие, расчищали места под пашни, вырубали тропические леса. И, возможно, это стало одним из основных, ну, скорее всего, причин появления пустынь. Ну вот на самом деле, конечно, это еще тоже исследовано далеко не всегда, потому что мы еще, у нас есть еще леса, у нас еще в 36-м году мы делали заповедник в Калужских засеках, так он называется, заповедник Калужские засеки. И там, когда мы разговаривали с старожилами, которые остались на одном участке, они говорят, да, еще до войны наши бабки и деды в 36-м году вот тут вот пожигали лес, и потом сеяли зерно в 36-м году. Так что это все было недавно. Но в этом, в более южных, ближе к экватору местах, все это происходит значительно более стремительно. Так или иначе, это преобразование, появление Сахары, появление других таких великих пустынь, так или иначе связано вот с животноводством и земледелием. Ну, тут на карте показаны основные центры происхождения культурных растений, но грех не вспомнить экспедиции Вавилова, нашего совершенно знаменитого великого человека, которого убило наше правительство, ну, не современное, но современное то же самое, наверное, делает. И те породы, животные, которые были оккультурены, в каких местах и как, вот это, так сказать, такой обычный из учебника, из любого учебника. Но нам с вами напоминает, для напоминания, почему? Потому что вот эти все покрашенные зеленым территории в какой-то степени теперь представляет собой великие пустыни. Часть сохранилась по тем или иным причинам, а часть превратилась вот эти в полупустыни и пустыни. И это связано с одной стороны с земледелием, с другой стороны с животноводством. Ну и, конечно, с очень мощным ростом просто численности населения.
Ну вот очень интересно, все почему-то пытались, наиболее интересная задача, которую у специалистов, у палеобиологов, скажем так, которые интересовались именно развитием человеческой цивилизации, они занимались животноводством и земледелием и пытались найти время, когда же, на каком этапе, наконец, они перешли от просто сбора этих злаков и так далее к, да, уже к культуре. И вот приблизительно конец восьмого, вторая половина шестого или конец седьмого, начало четвертого тысячелетия до нашей эры в пустынных районах в оазисы Харда и Плай, ныне пустынных, значит, раскопки дали массу растительных остатков. И в том числе генетики определили культурную разновидность ячменя. И одновременно были кости, принадлежащие домашним козам, овцам и крупному, возможно, крупному рогатому скоту. У меня вопрос мучает один. А как же Египет? То ли Нила, они же уже выращивали 3-5 тысяч лет назад. Ну, они... Нет. На самом деле, вот, ну, довольно много, я вам просто все не могу приводить. Именно в это время, и 10 тысяч лет назад, довольно активные обмены шли. Да. Ну, вы понимаете, египетская цивилизация еще более древняя, и вполне возможно, этого я не знаю, но это надо исследовать детально, почему одна оказалась длиннее, другая короче. Может быть, эти данные, которые тут приведены, они усечены каким-то образом. Да? Мы знаем, что египетская цивилизация была очень длинной, но тоже, так или иначе, она кончилась. Ну, такая более содержательная. Особенности географической обстановки, особенности Нила. Вот видите, Нил со всеми притоками остались, а это река, которая с Атласских гор стекала, она высохла. Какие-то региональные условия, какие-то особенности. Ведь подсечно-огневое земледелие в тех местах, где лес, и развитие злаковых хозяйств в долинах, рек – это разные вещи, принципиально недаром. Очень многие специалисты по развитию земледелия и так далее, и даже на нашей территории говорили, сначала земледелие обязательно началось на равнине, в долинах рек. Это до сих пор толком не установлено, это неизвестно, нет достаточно материала. Но такое впечатление, что в северном полушарии, в северной Евразии земледелие было в черноземных, теперь современных черноземных степях, но на водорастилах. Вот это срубная культура, древнеямная культура, которую я показывала в прошлый раз, она просто распахивали водорастилы. Нил с его огромными паводками, это другое, это не разные, принципиально разные системы земледелия. Насколько в Африке, я не такой специалист, чтобы вам точно сказать, может быть, это можно раскопать как следует, но, может быть, изучая литературу детально, может быть, пока еще это недостаточно известно. Понимаете, сейчас появляется масса, невероятное количество новых данных, тем более генетически подкрепленных, это, конечно, очень... Я думаю, что это разные типы культур были. И их было действительно довольно много, видимо, довольно много. Но это открытый вопрос. Чем больше у нас будет вопросов, тем лучше. Я уже сказала, что первым злаком, который люди начали использовать, был ячмень, и затем они его начали сеять. И вот это современность, которая длится уже 8-10 тысяч лет назад, вот как она была. Так, видимо, я не вижу никаких новаций, ни тракторов, тоже, только следы обгоревших деревьев. Теплую землю сажи, зерно, и все, ментально, точно выгодно.
Значит, пока мы с вами разговаривали, в Сахаре наступил третий период. Это уже спад. Называется он период лошади. Всего 1500 лет до нашей эры. То есть 3500 лет, так? В среднем и позднем неолите созданы картины, вот эти замечательные, которые изображают этих животных на воле. Вот в самых разных пещерах, и в Тосиле, и в горах Атласа, и в самых других местах обитания. А домашние они были в начале 2000-летия до нашей эры, то есть 4000 лет. Приблизительно в середине 2000-летия до нашей эры в Сахаре появляется изображение лошадей в боевых колесницах и всадников на лошадях. И несмотря, да, это воинственные отряды, это значит нападение, это какие-то захваты чужих, неизвестно чего, ну, захваты или скота, или скраба какого-то, или женщину, в общем, кого угодно. И в то же время вот эти, этот период лошади – это время существенного ухудшения режима увлажнения. Ну, если подсеку, которую мы только что видели, вот так распространить довольно широко, то, видимо, да. Обеднение животного и растительного мира. Время начала активного опустынивания. Это слова Анри Лотта, очень давние, но многократно подтвержденные уже дальнейшими раскопками и так далее. Слоны, носороги, бегемоты исчезли как в результате охоты, так и перевыпаса. Истребление растительности произошло крупным рогатым скотом. Вот, наверное, если какой-нибудь великий там Господь Бог создал все, то, наверное, все-таки овец создал антибог. Потому что они настолько быстро размножаются и настолько быстро все начисто выедают. Вот это явно проявление сатаны. Я шучу. Вот. И в наскальной живописи, если смотрите, нет жирафов, нет антилоп, нет муфлонов и почти нет древесной растительности. Значит, уже нужно куда-то бежать, чтобы что-то схватить, что-то понять, что-то достать. Начинается кочевье. Ну и вот самый печальный, самый современный период, четвертый, это период верблюда. Представляете, вот соберите эти картинки, которые вы все видели, да? К сожалению, там вот этих цветущих садов не показано было, но они почему-то животных преимущественно рисовали. Может быть, потому что рисование животных помогало и убивать? Ну, показано, где более слабые места и так далее. Значит, период верблюда начался. Извините. Уже практически закрепленный грунт исчез, начали пески передвигаться, песчаные бури. Откуда мог быть гумусовый горизонт, если нет растительности, нет животного, нет навозников, нет почвенной биоты? Это уже не почва, это субстрат. Прошу прощения. Значит, окончательное наступление засухи, глубокие изменения, принципиальное изменение там способа жизни. Это как сначала охотники на мамонтов строили себе хижины, из бивни устилали шкурами пещерных львов, да? А сейчас вот второй этап начался, тоже все, что можно съели, хозяйствовать не получилось. Значит, постоянный шатер или хижину тоже трудно заиметь. Надо все время бегать и искать, где же можно остатки скота покормить. И, соответственно, тоже началось такое кочевое скотоводство. Жизнь очень скудная. Все надо носить с собой. Постоянного места жизни нет. Земледелия нет.
Хотя в Сахаре тоже в глубинах есть воды. Ну, если эту воду начнут использовать, ее в частности в Ливии используют для сельского хозяйства, выкачивают, это грозит очень большими проблемами, которые даже не могут геофизики понять, что будет, если это всю воду выкачают. Это нечто вот очень страшное. Ну вот, с некогда таких богатых поселений и городов и так далее остались вот такие небольшие современные развалины. Ну, не только Сахара. Много разных территорий. Я вам тут показывала карту. Пустынь у нас занимает где-то 40% или больше. А вот очень интересно, значит, у нас есть российский специалист тоже по истории природопользования. Лёша, как его фамилия, который занимался Китаем, а потом у нас Россия была, которую я все время упоминаю. Ну, знаменитый специалист, ладно, вспомню. Вот он написал про долину Инзы, что 8-10 тысяч лет назад она была покрыта тропическими лесами. А 2000 лет назад эту долину Инзы леса все были полностью сведены и были сформированы вот эти рисовые чеки. Ну, а кроме такого преобразования долины Инзы, в восточной части пустыни Токумахан, в Китае, вот были раскопаны и найдены остатки, так сказать, исчезнувших озер, и найдены старые карты с изображением этого озера реального, относятся к 7 веку, то есть это совсем недавно произошло. Вот и сделаны они уже китайцами, учеными. Все, сейчас вот этот озеро, ну так же, как у нас Арал кончился абсолютно, причем буквально, можно сказать, годами. Я еще там была, смотрела, он выглядел очень прилично лет 10-12 назад. Я не поняла, что ты сказала. Поняла. Ну вот теперь чуть-чуть о пустынных территориях еще. Значит, самая у нас ближайшая и страшная пустыня, ну кроме нашей, Гоби. Причем формирование Гоби в основном на совести монголов. Потому что у них очень много было к чему, скотоводство и прочее. И вот этот вот бесконечный перевыпас привел к формированию этой пустыни. И теперь на данный момент засушливые регионы Земли занимают больше 40%. И с 2010 года установлен Всемирный день борьбы с опустынием. Только я не очень понимаю, что можно делать за один день. Вот. А с января этого года, с 95-го день, а с 2010 года уже десятилетие по борьбе с опустынением. Ну, тут борьбы не видно, но сейчас борьбу мы с вами увидим. Значит, как всегда, самые такие шустрые оказались китайцы. Сначала, конечно, они вот это все тоже очень сильно опустынили. И Китай занимает второе место после Австралии по количеству пастбищ, которые имеют вот такой вот ужасный облик. Или совсем ничего, или отдельные типа саксаула, такие полукустарники. Ну и, соответственно, вот это вот сатанинская трудья, бесконечные овцы. Но мы с вами не китайцы, к сожалению. А вот китайцы, смотрите, они все по струнке ходят.
В некотором отношении это неплохо, но, видимо, нам это не подходит. Значит, у них недавно, несколько лет назад, принят закон. Каждый китаец от 11 до 16 лет, если он не имеет справку о состоянии, о плохом состоянии здоровья, обязан в год посадить от 3 до 5 деревьев. И это называется «Великая зеленая стена». Ну что, молодцы, они бы и Монголию сразу засадили, что ж. Видишь, вот тут показано, как они тут всячески используют. Ну, тут, правда, 60 не видно, от 11 явно, может, и есть. Это значит посадки более такие серьезные, ну, покрупнее народ. И вот я уже говорила вам, меня эта женщина поразила, я думаю, что это очень достойная вещь. Значит, Маатаибангари, кенийский эколог, знаменитый лауреат Нобелевской премии за то, что она организовала посадку более 20 миллионов деревьев в этой Кении. Правда, они их слегка используют в сельском хозяйстве там, и так далее, на то, на сё. Но все-таки посадить 20 миллионов – это здорово. Вчера они же за один раз их не вырубят, явно. То есть есть страны, где немножко что-то о чем-то думают. И это страны в самых тяжелых территориях, пустынных, конечно, которые... Может быть, это слишком мало, но китайцы, они страшно упорные, они же засаживают очень мощно. Они, конечно, сажают американские сосны или даже из Южной Америки какие-то, но... Тут, наверное, не нужно фыркать, потому что, понимаете, все-таки дерево закрепляет песок. Любое растение закрепляет. Да? Раз закрепляет, значит, песчаного бурь нету. Уже хорошо. А то, чтобы вернуть долину Инзы, роскошные тропические леса, и гиндобиобы, и обезьян, ну, это, конечно, сложнее. Это просто... Начинается вторая часть, это мы пропускаем и переходим к степям нашим. Ну, надо сказать, что если их так поверхностно посмотреть, к сожалению, у нас нигде тут не было скальных надписей, может, где-то есть, но я еще не нашла, не так известно. Но вот чем кончается сельское хозяйство и в наших степных, и полустепных, полупустынных зонах. Вот обратите внимание на этот график, что на нем написано. Изменение видового богатства степных пастбищ при выпасе разных видов скота. И это у нас выпас лошадей, а это у нас выпас овец и крупного рогатого скота. Вот я уже говорила в прошлый раз, что все, что удалось потом превратить в степные заповедники, это там, где были конные заводы. Конные заводы. Лошадь не может есть все подряд. Каждый сезон года она ест что-то определенное, как у нас на Пасху одно, на Рождество другое. Вот, и поэтому сохраняются такие замечательные вещи, которые потом можно... все-таки как-то слегка восстановить. Ну, конечно, вы видите, какие бескрайние пространства, лишенные каких-либо кустов, тем более рощиц, тем более древесных таких скоплений и так далее. Ну, вот тут вот немножко что-то проявляется. И очень такая... тонко балансирующая система. Полный выпас, развеивание, пыльные бури. Даже у нас в России были черноземные бури, когда чернозем летел при перевыпасе. Стоит прекратить, начинаются совсем другие процессы. Ну вот я тут маленькую табличку сделала для... нас с вами, чтобы вы представили. Это чуть-чуть похоже на то, что так невероятно красиво Анри Лот сделал, но у меня вот такая простая очень схемка. Значит, этапы трансформации восточноевропейских степей глацинь.
понятно, от самых древних к современности. Какие взяты годы? 3000, 2000, там 70 лет, 100 лет, 60 лет. Тип растительности. Тип чеково-ковыльный, умеренный выпас. Тип чеково-ковыльный, еще интенсивный выпас. Затем перевыпас. Потом уже, собственно, ничего естественного нет, посевы и севооборот. Казалось бы, вот эти два последних этапа для нас очень выгодны. Мы собираем, не мы, конечно, народ собирает большой урожай, и все замечательно, и все было бы очень хорошо, если бы поступающая в почву фитомасса, которую перерабатывают фитофаги, и от этого зависит степень гумусированности почвы. А степень развития гумуса – это плодородие, это дальнейший урожай и прочее. Значит, максимум при умеренном выпасе и минимум при севообороте. Потребляемая фитомасса. Ну, тут, видимо, сначала потребляют животные, потом мы, да? Потребляемая фитомасса. 40, 60, 70. А вот дальше начался наш период антропогенный. 138, 146, 745. То есть, если мы переведем в проценты, то практически мы потребляем большую часть того, что производим, а тут остается очень много для чего. Есть огромный почвенный блок, там масса животных самых разных, там масса грибов, микроорганизмов, водорослей. И они все делают эту почву невероятно плодородной. Когда это все изымается, 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 у нас что остается? Ну, где-то песок, в Каракумах практически чистые почти пески, а в Курских степях просто обедненные почвы. Теперь поступление гумуса тоже. Видите, вот от более высоких цифр к совсем низким. Почему тут повыше? А потому что при севообороте, значит, удобрения вкладывают, вкладывают, вкладывают. И вот те работы, из которых я это извлекала, они приходят к такому выводу, что сыграв исключительно важную роль в истории человечества, то есть там житницы, когда уже животные все были съедены, такие дикие животные, выпас и выращивание зерна стало, значит, основой для существования человечества. И степь первой из всех зональных типов оказалась на грани потери первоначального облика вследствие полного уничтожения древесной растительности и замены природных лугово-лесостепных экосистем пастбищами и полями. Вот тут написано очень разумно. Человек не говорит, что были, ну, это несколько разных авторов, они не говорят, что все было вот просто чистая степь, дикая. Нет. Каждый, и Вальтер, европейский знаменитый ботаник, да, и разные американские специалисты, все, кто не занимался этой историей, да, Вальтер, трехтомник, шикарный растительность земного шара. В Америке, в Северной, как только появились европейцы, они стали, они зачем перебили всех бизонов? Да не потому, что им нравилось это, а потому, что они эти поля превратили, эти земли превратили в поля. Они уничтожили все маленькие лесочки, где были там разные деревья и так далее, и всякая мелкая живность существовал. Именно потому, что нужны были поля от края до края. В Америке тоже был знаменитый кризис, когда несколько, почти десятилетий были полные бедствия, потери урожая, переселения и так далее. Только потом научились закреплять и прочее. Значит, эти степные, лесостепные участки, еще в самом раннем голоцене, они были слабым подобием вот тех вюрмских
поздневерусских лесолугово-степных комплексов, которые были на большей части территории планеты. Да? Потом на северах и климат, и, так сказать, уничтожение животных совместно. А уничтожение животных тоже изменило климат. Начал восстанавливаться лес. Как только мы уничтожаем животных, да, лесная растительность вот таких вот крупных фитофагов, да и средних. Лесная растительность начинает оживать очень сильно. И получилось, что резко разделился континент на лесной пояс и нелесные пояса, и континент, и земной шар. И получилось, что вот эти пространства, ну, удобно, технически наиболее удобные для сельского хозяйства, как раз и оказались наиболее несчастными в отношении видового разнообразия и прочего. Вот тут чего-то выскочило. Следующие несколько слайдов, они как бы касаются судьбы заповедников, но я общий итог собираюсь еще отдельно сделать потом, если получится. А просто заповедники у них у нас были созданы, начиная с 1918-1920 годов, в таких местах, да? И потом есть довольно длительные наблюдения, и сначала заповедник, то есть то, что нельзя ни в коем случае трогать, и очень долго никак не могли сочетать свои сведения палеоспециалисты, специалисты по исторической экологии, которые очень недавно, она еще в пеленках практически, на Западе немножко лучше развилась, чем у нас. Но у нас сейчас очень мощно развивается историческая экология. Палеоэкология у всех развивается. И описание современного состояния. Но вот пока это не соединено, и заповедники существовали таким образом, что это забор, и туда кроме сотрудников никого и ничего нельзя, началось массовое, особенно в таких лесостепных территориях, или закустаривание, и вместо красочных ковров появление там всяких боярышников, шиповников и других колючих кустарников, или зарастание древесными растениями, которые, возможно, это в массе описано, и массовые потери биологического разнообразия. Не только красочных видов растений. Дело, в конце концов, не только в красоте, а дело в том, что это невероятное по разнообразию биота. Понимаете, когда уходит полностью травяной покров, при смыкании кустарников, так идет сначала кустарниковый ярус, это уже описано, теряется такое разнообразие почной биоты, что потом восстановить почное плодородие практически невозможно. И леса наши тоже страдают от того, что они не получают удобрения от диких животных, и это не перерабатывается почная биота, которая тоже там невероятно бедна. Но получается, что лесные территории мы можем оставить нетронутыми на какие-то 100 лет, 200. Ну, в принципе, конечно, там чуть-чуть будет что-то меняться, но явно внешне нам это не будет видно. Будут деревья, они будут падать, вырастать другие, все. А вот эти территории, они более явно катастрофы на них записаны. Там катастрофы скрытные. Ну и более медленные, потому что обороты поколений, если у нас там кедр растет 300-400 лет, то чтобы это все сменилось, ну там елка может быть 200-300 и так далее. То есть несколько столетий должно, если жизнь одного поколения несколько столетий, то 1000-2000 лет очень небольшой промежуток, чтобы лес обрел какой-то иной облик, или восстановил себя, или как-то там изменился в связи с антропогенным давлением и прочее. То эти существа, жизненный цикл которых укладывается в 10, 20, 100 лет самый большой, ну, 70 лет, больше они не живут, они просто умирают, понятно, но оставляют семена. И идет очень быстрая смена и очень сильная, до конца непонятая, такое опустынивание. Опустынивание не в смысле, что пустыня образуется, а обеднение. Вот было очень много всего.
и мелких растений, и всяких животных, и грибов, и микроорганизмов, чего угодно. И вдруг меньше, меньше, меньше. И эти, чем меньше остается разнообразия, тем более уязвимой становится эта система. Понимаете, вот исчезает этот принцип комплементарности, о котором я говорила. Каждое существо вносит что-то новое в субстрат, которое необходимо другим существам. И в процессе миллионов или сотен миллионов лет эволюции это нарабатывалось, 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 и до свидания. И, конечно, реакция очень резкая, это просто, ну, там, болезнь, горе, печаль, вымирание. Мы еще не понимаем, что значит огромное вымирание почечной биоты. Тут-то нам их хоть видно, это зарегистрировано, а в почечном мире это не зарегистрировано. Ну, а что касается океанов, то тут я просто не берусь говорить. Там, наверное, тоже что-то что творится. Иногда это выглядит приятно, когда вот какие-то долины, луга между холмами зарастают. Но в любом случае это мощная потеря биологического разнообразия. И вполне возможно, что это влияет и на остальные все. Биологического разнообразия полностью, ну, всех царств природы. Но вполне возможно, что это как-то и влияет на климатический и прочий режим. Температурный режим, на режим гидрологический и прочее. Это пока очень слабо исследовано. Ну, в этих же степях заповедных, если пытаются делать какие-то эксперименты, а сейчас там после войны уже стали разрешать, потому что поняли, что абсолютное заповедание, ну, бессмысленно для степных участков. Ну, что они все колючими кустарниками зарастают, а где же эта красота, от которой была? Ну, вот и разные исследователи разные картинки приводят. Ну, вот, когда не очень много, умеренный выпас называется, там максимальное разнообразие и господство луговых злаков. А луговые злаки – это основное питание для лошадей. Вот это вот самое такое лошадиное место, благоприятное. Умеренный выпас, смотря кого. Ну, ковыли, конечно, лошади тоже могут есть, потому что у них зубы имеют очень твердые коронки, они приспособлены для разжевывания сухой пищи. И поэтому они еще могут высохшую траву есть и из-под снега. Это называется стебенёвка, когда они копытами разбивают наст или просто разгребают снег, и эту сухую траву едят, она для них... как консервы замечательные. То есть это еще пока все ничего. Но лучше, чтобы было вот такое разнообразие. Ну, а дальше неумеренный выпас. Это обычно не лошади, а овцы. И сбой обнаженной земли. Обнаженная земля – это принципиально иной температурный режим, иные осадки, пересушение, пыльные бури, все что угодно. Это уже начинаются безумства. Но соблюдать тонко очень это равновесие, надо быть хорошим специалистом. А мы пока, как сказать, даже сотрудники заповедников, хотя, конечно, сотрудники степных заповедников, ну, стараются в этом отношении как-то, но им до недавнего времени запрещали проводить эксперименты. Поэтому им не хватает опыта. Но наблюдения там длинные, и можно кое-что понять и кое-что почерпнуть. Но так или иначе, надо понимать, что они, эти участки, слишком малы. Они не исследованы так, как должно быть, потому что надо исследовать все в комплексе. К сожалению, ну, у нас деньги мы тратим, наша страна, совсем не на то, что надо, на то, чтобы своровать, а не на то, чтобы развивать науку и все. Потому что все, кто занимаются таким делом, или выращивают леса, или охраняют, их надо, ну, хотя бы кормить как следует. А кроме того, у нас нулевое приборное оснащение. Это все очень
Ну вот еще один пример. Я, по-моему, даже говорила, что калмыки обратились к Екатерине в 16-17 веке, что вот спаси нас, матушка, нас гонят откуда-то и дай нам хоть какое-то местечко пожить. И вот она им дала Прикаспий. Сначала все было ничего, там были шикарные ильмовые рощи. А скотина очень любит ильм. Молодые побеги ильма с большим удовольствием едят все животные. А уж коров-то вообще. Ну и вот кончилось тем, что эта территория стала бесплодной пустыней. Когда у нас была национальная практика в МГУ на втором курсе, мы проехали от Подмосковья, тульские засеки, потом всякие степи, потом Кавказ, потом то все, и заехали в Калмыкию. И, конечно, был безумный удар, когда мы увидели вот эту совершенно голую, ободранную землю, где ну, ничего живого просто нет. И вот эти безумные стада, и больше ничего. А, и еще стела такая, да здравствует дружба русского и калмыцкого народа. И в виде украшения у этой стелы водочные бутылки высотой выше человеческого роста. Ну, такая куча. И это символ нашей жизни. Обидно, но что делать? Значит, были ли у нас такие же потоки, как у китайцев современных и так далее? Да, у нас были очень интересные, еще до сих пор остатки существуют, эксперименты. Ну вот, на всемирной, я уже говорила, по-моему, но ничего, это не страшно. На всемирной выставке, когда Эйфелеву башню установили, наши привезли чернозем наш, Курский, Тамбовский, и ему дали первую премию за то, что это наиболее богатые почвы во всем мире. Ну, в Европе, ну, в северном полушарии, конечно, да. И благодаря стараниям Докучаева и его соратников, ну, черноземы черноземами, а были очень сильные засухи, вот как раз в 1791 году были очень страшные засухи, очень много было голодных смертей, и Докучаев и его сторонники соорудили в каменной степи, это существует до сих пор, видите, заложили 43 лесополосы. И мы это видели, когда на Заналке, когда ездили, видели эти совершенно такие живые, хорошие. И там были разные сочетания. Дуб там с разными, ну, разные виды деревьев в разном порядке. Кто семенами, кто, значит, уже саженцами и так далее. 43 полосы. 80 типов разных опытов. Такая посадка с уходом, без ухода, с поливом, без полива и так далее. И вот эта каменная степь, она уже рассматривалась в середине 20 века как оптимальный степной агроландшафт. Да, действительно, вот такие опыты были. И она до сих пор существует, но, к сожалению, дальше-то ума не хватило. И в этой каменной степи там появились животные, эти млекопитающие, птицы, земноводные, какие-то маленькие ручеечки, прудочки и так далее. В общем, все было совершенно чудесно. И эти почвенные животные, кроты, суслики, слепыши, которые рыли. То есть почва стала опять емкой, порозной, осадки лучше проникали. В общем, все было идеально. Но Докучаев Докучаевым, он, к сожалению, отошел в мир иной, потом всякие начались неприятности, типа революции, войны и так далее. Но все-таки у нас еще остались специалисты, которые после окончания Второй мировой войны подали в правительство план по посадке в южных, практически в нашем степном биоме, поле лесополезащитных насаждений и, значит, строительство прудов и водоемов. Вот такие были шикарные, огромные. Может быть, вы слышали, мы-то в школе это учили наизусть. Назывался «Сталинский план преобразования природы». Ну, а как они еще могли в 1948 году назвать? Не могли же назвать Петровский там или Смирновский какой-нибудь там, Жуковский, да? Сталинский. Но дело не в этом. Дело в том, что этот план был подписан
дней. Он притворялся в жизнь, да? Но очень недолго. Он притворялся в жизнь только до 1953 года, когда этот иезуит помер, столько всех уничтожил людей. Но при этом нет ни одного, ну, злодея, скажем так, который не сделал бы хотя бы одного доброго дела в жизни. Может быть, случайно. Ну, нет, по дуре. Это же никто из нас не вылитый злодей, не вылитый ангел. Это понятно совершенно. Вот. И, значит, к сожалению, это все запретили, и все это рухнуло. И невероятно это было обидно, потому что, когда вот начались эти 90-е годы, к нам приезжал из Ростова, по-моему, директор института этого агролесомелиорации Павловский, очень знаменитый. И буквально плакал, говорил, закрыли наш институт по приказу Хрущева, и все материалы пожгли, и все проекты пожгли. Ну, вот, я не знаю, откуда такая вот, я не знаю, какая-то звериность проявляется, да? И, к сожалению, это рухнуло. На самом деле, это все, что было запланировано, и все, ну вот, конечно, это все сожжено, уничтожено и так далее, но смысл никакого, в смысле, подождите, я хочу сказать, что это не устарело, немножко заговорила с устом. Не устарела эта вещь, на самом-то деле, для южных районов, ну, России, бывшего СССР, это совершенно не устаревшая вещь. И в те времена лесное хозяйство было более приличным, ну, я не специалист, к сожалению, но совершенно ясно было, что вот водоохранные полосы вокруг рек и другие всякие ограничительные правила выполнялись четко довольно, потому что до конца Второй мировой войны у нас лесное хозяйство было под ружьем. Они тоже имели какие-то лычки, и, слушаюсь, ваше превосходительство, и никаких невероства, ну, скорее всего, его было очень мало, и никаких нарушений. И большинство лесничих, с которыми я сталкивалась за всю свою очень длинную жизнь, они были очень приличные люди, которые и понимали, как растет лес, и как его надо сажать, и что надо делать. Это, конечно, не природное или не восстановление природных лесов, но это сохранение видов всех этих, и сохранение в тех сочетаниях, которые, как они понимали, у нас были очень замечательные институты лесные, их учили там как следует. Как они могут жить, и как и до сих пор это все не устарело, но, к сожалению, это сейчас ни в коей мере не задействовано, разве вот только отдельными, очень сильно уважаемыми, можно сказать, почти что обожаемыми мной гражданами, которые когда-то были моими студентами, а теперь вот такие вот великие люди. Я говорю великий, потому что когда человек пытается спасти леса нашей страны, это, конечно, очень здорово. Это Лёшка Ярошенко, который возглавляет лесной отдел Greenpeace. А это то, что вот он организует каждые два раза в год, они организуют или чаще. Когда меня приглашают, я говорю, ребята, у меня уже кости трещат. Но с желуди мы им собирали, даже в Москве, чтобы они выращивали. Он очень интересно поступил со своими сотрудниками. Он заведует лесным отделом Greenpeace. И когда была перестройка, и всем можно было приобрести участок, он велел всем купить дачный участок. На этом дачном участке все или вообще ничего не ставят, или сарайчик. Чаще всего палатку, где хранятся семена. И дальше с помощью ближайшей школы или сами они на весь этот участок засаживают саженцами. А потом их переносят в те места, где леса сгорели, где леса вырублены. Вот такие небольшие дубы, небольшие вязы, и там масса всяких других растений. Меня, честно говоря, это очень сильно вдохновляет. Ну вот, в Тамбове я общалась с людьми, которые тоже этим занимаются. Нельзя сказать, что в нашей стране ничего такого нет. Но просто пока
И пока это все вырастет, скорость уничтожения лесов значительно превышает вот эти попытки сохранения. Ну, поскольку все-таки любые нормальные люди всегда относятся к таким вещам положительно, то все-таки, видите, вот достаточно много не только молодых людей, но и таких, видимо, зрелых, которые пытаются помочь. Мы как-то еще до перестроечных времен проводили эксперименты по посадке дуба на Украине. И на Западной Украине жили у каких-то бабульчик. Были потрясены. Вот я привезла группу девчонок из МГПИ. 6-7-8 человек, которых отпустили. Мальчишек там просто не было почему-то. Или, может, они не хотели. И мы жили у двух бабушек. И эти бабки. Ой, диты, рубят лиси. Ой, матушки. Маська, бери мотыгу. Пошли, пошли. Они, значит, за нами бегут. Учат, как сажать. Потом, хватит, хватит, пошли, пошли, покушать, покушать. Потом, значит, нет, девки, отдыхайте, отдыхайте, нельзя, нельзя. В общем, мы жили там, как у Христа за пазухой. И когда мы пытались им хоть какую-то там оплату или что-то, они там, да вы что, Бог не разрешает, нет, это грех. Бабуля, ну хоть платок можно тебе купить красивый, ну ладно, купить себе красивый платок. Вот. Это было бесподобно, это так здорово, это как-то очень сильно оживляет, потому что, ну, нельзя все время думать, что мир темный, страшный и так далее. Каждый из нас, наверное, может что-то сделать. Ну, просто не всегда предоставляется случай. Ну, тот, кто поактивнее, он выходит, приглашает и так далее. Такие вещи бывают. И, наверное, это можно. Сейчас я знаю по заповедникам, очень много бывает волонтеров. Ну, не всегда они занимаются чем-то полезным для заповедника, но это движение сейчас очень развито и тоже бывает очень полезно. Ну, вот можно с Лешей поговорить, можно еще с кем-нибудь. Я думаю, что если вы что-то хотите реально, то можно действительно подумать. Мы, например, в нашем заповеднике, мы сначала сделали заповедник «Калужские засеки». Ну, поскольку уже дело к концу, подошло. Я просто такой, как бы анекдотичный случай расскажу. Как можно сделать заповедник? Когда-то я на Украине исследовала леса со своими студентами и там познакомилась с лесостроителями. И говорила, что я мечтаю в Центральной России вот найти участок с очень хорошими дубами, такой настоящий лес, но все уже в Центральной России так испорчено, так тяжело и так далее. Ну и забыла. А, еще мы с этими людьми делали на Украине, ну, типа, оценку лесов. Там есть Каневский заповедник вместе. У них лесостроительная партия, а мы как биологи. Ну, там антогенетический состав популяции, ну, понятно. Ну и чуть-чуть поддерживали отношения. И вдруг этот глава лесостроительной партии из Львова звонит и говорит: «Вы знаете, мы будем лесоустройство делать в Калужской области. Шикарных дубравых. Вы хотите заповедник? Я хочу. Приезжайте немедленно, ну, не больше, чем через полдня. И все нужно описать». Ну, у меня тогда был коллега, тоже украинец. То есть не тоже украинец, украинец, а специалист, кончивший лесотех. И мы, значит, с ним бегом. А тем более он украинец, тот украинец. Слушай, все уже это. Товарищи, значит, вы должны быстренько, причем он нам подсказывает, вот это план лесонасаждений, чтобы вам много досталось, вы это обозначьте, это. Ну, скажешь, все вместе. Ну, мы так и сделали, посидели ночь, выписали все старовозрастные выделы из этих этих справочников, подали. Он говорит: «Мало». И мы туда еще каких-то редких птиц чего-то написали, не знаю, какие-то справочники смотрели. Тогда интернета-то не было, это же было безумно давно. Подали. И что вы думаете? Им удалось сделать этот
эти куски сделать, ну, там, какими-то, ну, которые никак не надо обязательно заповедать внутри леса, но Матрёшка лучше меня скажет, ну, не знаю. Ну, вот этот, эти участки исключить из каких-либо воздействий, да? Это первый этап был согласования. А потом уже, и мы тоже пошли, очень много наших коллег подключилось, это такая Таня Ницкая, очень такой тоже человек крупный уже в природоохранной деятельности в то время, и добились. Написали хорошее обоснование, все. А потом, когда это все кончилось, этот львовский лесостроитель говорит: вы же знаете, почему вы вам помогли-то? Я говорю: да почему? Да потому что у меня друг, директор этого лесхоза был, ему пришел план на дубы. А он знает, что дубы все гнилые. А значит, надо срубить и получить вот такой доход. А если этот окажется гнилье, то ему, соответственно, будет, ну, не так, как сейчас, конечно, помягче, ну, в общем, плохо. И он ему говорит: слушай, ты не можешь каких-нибудь найти таких вот, ну, не совсем нормальных, которые бы ринули заповедник сделать? Ну, вот он нас нашел. Все, ребята. Значит, я постараюсь до следующей недели дожить. И это будет посвящено, в общем, подведению итогов, в общем, состоянию заповедного дела, всяким там нацпаркам, этим ревайлдингам американским и прочее. Ну и что нам делать и как. Ну, если получится. Если нет, то не обессудьте. Так, кто хочет? Это самое. Я, наверное, потом могу сейчас дать. Могу мои лекции, как только я читаю новые, те убираются и вывешиваем на сайте нашего журнала. Можно с него скачивать. Хотите, могу сейчас дать то, что есть.